Ну, давайте, рассказывайте, не стесняйтесь, с чем пришли. Доктор, мне кажется, я эмоционально выгорел на работе. Ага. А кем вы работаете? Скотником. У нас на ферме. А в чем, собственно, выражается ваше выгорание? Да коровы эти совсем перестали меня слушаться. Вчера вот у троих роды принимал, так две из них умудрились меня легнуть. Одна вот в правую почку легнула, а вторая прям в кокуши. Больно. А сегодня утром, представляете, убирал у них в загоне и подскользнулся. Налетел прямо в их кучу. Все, все. Можете больше не продолжать. Я знаю, что вам нужно. Ну что, приступаем к терапии. А все-таки хорошее это ваше дело, психотерапия. Наливай.